А вы знали, что если девушка вот так вот встанет, и если у нее есть между ног дырка, то ноги считаются идеальными? А вы знали? Забыл. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Нет, у меня другой вопрос напрашивается. А как должна стать женщина, чтобы дырка между ног у нее пропала? Какая поза, а? Напишите в комментариях.